19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в селе Кенгерли Ахдамского района. Глава государства был проинформирован о работе, проделанной в селе. В Ахдамском районе, как и на других освобожденных от оккупации территориях, строительные работы приобрели широкий размах. Фундамент села Кенгерли был заложен президентом Ильхамом Алиевым 4 октября 2022 года. Было отмечено, что в селе Кенгерли, расположенном в 6 километрах от города Ахдам, планируется разместить 2544 человека или 632 семьи. Общая проектируемая территория составляет 177,2 гектара. С учетом численности населения, которое будет здесь размещено, под первый этап строительства жилых кварталов выделено 72,5 гектара. На первом этапе строится 292 частных дома для переселения 1279 человек. Было сообщено, что на территории села уже завершены работы по сносу вертикальной планировки. Кроме того, на строительстве 292 частных домов завершены земляные работы, возведение фундамента и кладка камня. 278 частных домов – наружные отделочные работы. В настоящее время в 94 частных домах выполняется внутренняя отделка и установка мебели. Также продолжается строительство центральной коммуникационной системы и дорожной инфраструктуры села. Было отмечено, что в селе будут созданы все условия для обеспечения занятости населения. Жителей здесь предусматривается обеспечить работой в культурно-развлекательных центрах, на предприятиях различного назначения, объектах экономического развития, в сферах образования, управления и сельского хозяйства. Президент Ильхам Алиев посмотрел готовые дома в селе. Thank you.